Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. В этот день 1961 года состоялся знаменитый полет советского космонавта Юрия Гагарина. Это день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Кстати, с 2011 года он носит еще одно название – Международный день полета человека в космос, о чем было объявлено 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день 1899 года родился выдающийся ученый-геолог, общественный деятель, доктор геолого-минералогических наук, профессор, основатель школы геологических наук и металлогении Казахстана, первый президент Академии наук Казахстана Каныш Сатпаев. В 2010 году в Павлодаре ему был установлен памятник. Бронзовая скульптура стоит на постаменте из гранита Кордайского месторождения, который опирается на полусферу из зеленого камня, олицетворяющую Землю. Высота монумента 8,5 метра. Автор памятника – скульптор-академик Ольга Прокопьева. В этот день 1926 года родился исследователь и собиратель казахского устного народного творчества Байдилдаев Мардан Кельдыбайұлы. Он исследовал жизни таких деятелей, как Темирбека Жургенова и Сулеймена Искараева. Один из инициаторов возрождения Айтыса. Им была найдена утерянная рукопись-перевод поэмы «Шахнаме» на казахский язык Турмагамбета Эстлеула и подготовлена в печать. Участвовал в издании сборников «Рустем Дастан», «Үш ғасыр жырлайды», «Бес ғасыр жырлайды». В этот день 1839 года родился русский путешественник и натуралист Николай Пржевальский. В 1870-1873 годах он занимался исследованием Монголии, Китая и Тибета во время своего первого путешествия по Центральной Азии. Тогда же Пржевальского настигла мировая слава. Он был награжден Большой Константиновской медалью, которая являлась высшей наградой географического общества. Его именем названы город, горный хребет, несколько видов животных и растений. В этот день 1823 года родился русский драматург Александр Островский. К 1846 году им было уже написано много сцен из купеческого быта. В 1849 году была готова комедия «Свои люди, сочтемся», принесшая признание автору. Вдохновленный успехом и признанием, Островский каждый год писал одну, а иногда несколько пьес, создав целый театр Островского, включающий 47 пьес различных жанров. –